Готовим треску в медово-чесночном соусе. Промытое филе нарезаем на крупные куски. Складываем в форму для запекания. И поливаем соевым соусом. Добавляем 1 столовую ложку меда и 1 столовую ложку горчицы. К такому маринаду также хорошо подойдет куриная грудка либо бедра. Но в таком случае можно было бы добавить чеснок. К рыбе я чеснок не добавлял. Итак, маринуем 15 минут и отправляем в разогретую духовку на 20-25 минут. Нежное филе трески готово.